Добрый день! Хочу вам показать сегодня распаковочку вот такой вот посылочки мне пришла. Вот. Да. И это от продавца. Сейчас будет шуршание. Ничего. У которого я последнее время все время покупаю. Да. И сейчас я покупаю бусы, которые будоражат моих пользователей и не только. Зачем мне их столько много? Ну, это я пока открываю, буду вам пояснение такое краткое давать. Мне надо, да. У меня есть мечта. Говорить о ней сейчас вслух, рассказывать ее полностью, мне не хочется. Меня просто иногда поражает мнение людей, которые, как бы там, кто-то не понимает этого. Ну вот, допустим, я понимаю, когда люди коллекционируют. Вот видите он, лотик, да? Машины дорогущие, старинные, любые машины. И это как бы считается нормально. Если картины, и это тоже нормально. А если я коллекционирую бусы, то это уже в этом кто-то там увидел что-то ненормальное. Кто-то что-то. Да, но я даже не собираюсь это обсуждать, потому что, ну, сколько людей, столько и мнений. Все мы разные, тем мы и хороши. Ну вот, открыла я еще очередной раз лотик с бусиками. Видите, вот этот вот лотик, да, стоил он 26 фунтов, сами бусы, и 5 доставка. Обошелся он мне 31 фунт, да, вот этот лот. И здесь 15, сейчас я скажу, сколько здесь, 15 бус должно быть, если я правильно помню. Вот, не помню, так что не скажу, сейчас посчитаю. Но прежде хочу вам показать вот замочек именно у этих бусиков. Видите, какой? Сам замочек произведения искусства. Таких замочков я встречала немного, да, не часто. Бусики, конечно, такие были, но именно замочек. И вот я собираю бусы, которые именно старинные. Потому что или редко встречающиеся. Я их оставляю себе. Они мне нужны. Те, которые встречаются почаще, вот, допустим, вот как вот эти с таким замочком, такие. Их очень много, видите, они одинаковые, они все на леске и более современные. Их я или переберу, еще не решила, или раздарю, тоже не решила. Так что вот так. А сейчас хочу вам показать сегодняшний лот. Да? Вот смотрите. Сейчас я посмотрю, из-за чего. Так, отодвинем. Сейчас я посмотрю, из-за чего я его купила. Я вам сейчас изначально покажу, что меня здесь интересовало. Да? А потом покажу всю нагрузку. Так, вот это. Да. Вот это меня очень интересовало, потому что такого я не видела. Хотя бусы я видела таких много. Вот. Ну вот смотрите, да. Вот видите, пока шли, обились. Вот опять такие же. Этот продавец, мне просто счастье, что как бы раньше я покупала по одной, по две, по три. А этот продавец продает сразу много. И мне очень хорошо, что он продает много. Вот 15 штук таких бусин, допустим, да, видите. Ну, и это, конечно, леска. Тут или проволочка. Ну, тут проволочка, да. Вот. Это из этого лотика, да. Теперь этот лот я купила вот именно из-за этих бус. Потому что они мне показались необыкновенные. Видите? Замочек. Они промаркированные, по-моему. Я сейчас посмотрю, что за маркировка. Я думаю, что это, наверное, Австрия. Потом они собраны на цепочку. Насколько я понимаю, да? И они старинные. И посмотрите, какие они. Видите? Помимо того, что они такой серый цвет у них. Они с покрытием АБ. И вот такие. Такой крючочек. И все вот так вот цепляется. Вот линяющая цепочка с бантиком. Сейчас посмотрю, что за компания.
Так, где моя лупа? Очень интересно. Вы знаете, я, конечно, не уверена, но, по-моему, здесь написано эксклюзив. Вот, я не знаю, будет вам видно или нет. Я плохо вижу сейчас. Вот, вот такие бусики. Вот из-за них я купила остальные 15. И получается, как вы видите, ну, мне бусы эти интересны, поэтому вот мне очень хорошо, что этот продавец именно продает такими большими лотами и именно эти бусы. Поэтому я их покупаю. Я их коллекционирую, мне нравится. А тот, кто там пишет мне такие какие-то гаденькие комментарии, ну, я думаю, что это просто от зависти. Вот. И вот такие, видите? Вот. И людям, которые не понимают, прежде чем, ну, кого-то там лезть кому-то со своими такими непонятными намеками, да, может быть, вы посмотрите просто фильм «Эквилибриум», да, и тогда, может быть, вам станет что-нибудь понятно, вот, побольше. Ну, во всяком случае, вы просветитесь. Значит, в этом лоте были еще вот такие бусы, да, ну, с таким замочком у нас много, но тут вот замочек немножко иначе. Вверх вот так. Таких бусиков много. А здесь по-другому. Вот застежечка, видите? Такие вырез. И вот такие бусики. Ну, бусики такие часто встречаются, да? Потом, значит, есть вот эти бусы. Да? Такой замочек старинный, похож на чехословацкий. Но они вот такие. Тоже они серые немножко. Такие сероватые. Ну, эти бледные, бледно-серые такие, а эти, видите, цвет другой совершенно. И другое свечение. Но эти длинные, длинные, хорошие бусы. Ну, бусины все абсолютно одинаковые. Да? Собраны они на леску. Или, да, на леску, видите. Но они такие не видны, но их я тоже оставлю себе. Теперь как-то вот эти бусы, вот эти. Вот эти с таким бензиновым свечением. Я не особенно ими увлекаюсь. Мне не особенно они нравятся. Но все равно я их, так как они попадаются, оставляю тоже некоторые, которые красивые. Да. И мне в последнее время попались такие бусы компании Астрия. А я ее собираю. Сейчас я хочу посмотреть, здесь что-то есть. Нет, здесь нету ничего, никаких маркировочек. Ну, вот такие, видите? Но тоже очень хорошо, красиво смотрятся бусики такие. Вот когда берешь, они такие, все бусы очень приятные. Я теперь понимаю, почему иногда кто-то ходит и крутит бусики в руках. Бутики крутит. Ну, вот такая. У меня такая уже есть. Я показывала одну. Здесь вот что-то с ниточкой. Что-то, да, сами подвязывали, видите? Так. И маркировочки нет. Хотя я думала, что это компания Австрия тоже. Видите, какие бусики трехрядные. Там я все подправлю. Вот такие вот красавицы. Смотрите, видите? Значит, теперь хочу показать вам двухрядные вот такие. У меня с таким замочком уже много бусиков. И они на лесочке. Да. Вот такие. Значит, теперь есть вот такие. Это алюминиевая вставочка. И здесь вот так. Да, крючочек такой потертый. Ну, вот такие они. Тоже, видите,
идут нарастающие. Маленькие бусинки, больше, больше и больше. И видите, они тоже не очень красиво лежат. Вот, показываю на руке. Потому что на леске есть некоторые, которые мягко, а есть некоторые, которые очень зажаты, и поэтому не очень красиво ложатся. Вот эти бусики нежные, хорошие. Вот, смотрите. Вот. Не вижу. На крючочке ничего не написано. Вот эти очень нежные. И тоже вот сюда, видите, так увеличиваются. Вот такие. Значит, потом были в этом лоте вот такие бусы, да. Это такие сердечки. Я так понимаю, что это более современные. Но застежка у них вот. У меня еще в каких-то бусах такая застежка тоже есть. Кстати, тоже от этого продавца. Вот. И промаркированные они. Или что-то там написано. Сейчас прочитаем. Ну вот, видите, как сделано. Надеюсь, что не падает сегодня тень, потому что я иногда там передвигаю и сама не замечаю. Сейчас я посмотрю, подождите, что на замочке написано. В замочке просто написано, что это патент и 2008. Может быть, год. На втором замочке написано. Сейчас скажу, что что-то тоже написано. Но, к сожалению, видите, я не могу разобрать. А на этом вот так вот. Вот. Вот такие бусики, да? Ну, вот эти, из-за которых я именно покупала этот лот. Вот смотрите, как бы мне нравится вот это, я покупаю. Вот это мне нравится, я покупаю. И вот это вот из лота, из 15 бус, мне где-то остается 5, да, которые именно такие. Вот видите, опять такой же замок, все точно так же, только что у нас все это было. Вот такой. Вот это, наверное, больше даже, видите? Вот. Поэтому таких бус нет. Я их, безусловно, оставлю несколько. А остальные или подарю, или разберу. Я еще не решила, потому что пока нету времени. Вот. Потом у меня есть вот такие бусики. У меня родственница просила из таких бус. Она хочет себе большой браслет такой, многорядный вот такой вот. Я и сделала. Она будет носить, радоваться. Ну, вот такой вот. Это, по-моему, Чехословакия. Вот если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибиться. Потом вот такой вот замочек. И такие бусики. Показываю быстро, потому что бусики вы все эти видели. Подробно я показываю только те, которые в единичных экземплярах. Вот типа таких, видите? Вот. Пожалуйста. Вот они. Видите, как они сделаны? Вот. Это уже вот какая-то работа. Здесь какой-то замочек. Цепочечка другая. Может быть, кто-то ставил ее сам, хотя нет. Видите, здесь тоже колечки эти тоже желтые. Может быть, только крючочек немножко не отсюда. Хотя, может быть, и отсюда. Ну, и вот эти бусики, видите, они тоже переливаются с эффектом абы. Но они немножко другие. Вот, видите, вот эти, вот эти, вот эти бусы останутся мне. И вот эти. А остальные надо смотреть, перебирать. Это точно пойдут в коллекцию. Они мне нужны именно для моей коллекции. Теперь из старых запасов я вам хочу показать. Вот, смотрите. Ну, только что что-то такое же мы смотрели, да? Ну, это из старых запасов, это из 96-го, по-моему, видео, которое будоражит там пользователей. И им не очень понятно мое психическое состояние. Ну, это как бы глупо. Всех мерить по себе и под себя подмерять. Так вот. Вот такие тоже очень красивые, да. Ну и хочу показать. А, вот это просто кто-то что-то пытался делать. Это они мне собрали, бросили. Видите, клочок тоже.
такой. Ну и вот эти, я эти уже бусики показывала. Вот, это еще одни. Но они очень пострадавшие. Тут патина. Но я их, конечно, восстановлю. Вот. И замочек очень старенький. Все это очень старенькое. Видно, хранилось так не очень хорошо. Ну, эти вот в этой оправе камешки. Я вообще тоже люблю любые камешки. У меня есть много украшений. Вот. Так что, дорогие мои, по состоянию здоровья я могу вам сказать, что у меня все в порядке. С врачом у меня тоже все в порядке. Мир, дружба, жвачка. А если у вас какие-то проблемы, то, наверное, вам надо все-таки сходить к доктору или помедитировать, съездить на Тибет, войти в гармонию с собой, раздвинуть чакры. Вот. Так что вот так вот. Вот еще такое хочу показать колье быстренько. Вот у него то же самое, только другие бусы. Да? Вот. Ну, а когда у меня моя мечта сбудется, я вам, конечно, покажу. Наверное, это будет не скоро, потому что мне надо как бы специалисты по винтажной бижутерии, которые смогут мне помочь. Ну, это дело времени. Заходите, пожалуйста, на мой канал, смотрите на мои сокровища, радуйтесь моим приобретениям вместе со мной. Завистников попрошу не хамить, не грубить, я вас просто буду блокировать, и все. Так что я не хочу объяснять по 10 раз, мне это не интересно. Один раз сказано, и будьте любезны, запомните. До свидания.